Главное, кавказские ванны. Раньше они были просто в плачевном состоянии. Сейчас их реконструировали. Очень шикарные стали сами по себе. Смотрите, какая красота. И сейчас я вам покажу их, как они смотрятся с центрального входа. Вот так выглядят главные нарзанные ванны. Я сейчас ставлю вставочку, как они раньше выглядели. Здание просто потрясающее, очень большое. Вот смотрите, вот там улица. И вот это все здание. Его реконструировали. И просто прекрасное здание стало. Просто потрясающая архитектура. Это один из входов в главные нарзанные ванны. Вот так выглядит. Вообще входа три. Если стоять лицом к ваннам, то это получается правый крайний вход. И также выглядит левый крайний вход. Потрясающее здание. Так, как и обещал, идем ко второму мосту. И по дороге к мосту у нас здесь еще появился бювет нарзанный, источник питьевой минеральной воды номер 5. Пойдем еще попробуем немножко водички. Здесь у нас доломитный теплый, а на предыдущем источнике мы набирали доломитный холодный. А вот здесь доломитный холодный. Так, у нас вот такой стакан. Сейчас мы откроем. Кто помнит? Вот такой стакан. Пойдем пить нарзан. Пьем доломитный теплый. Все под контролем? Да. Будьте здоровы. Попробуем еще сульфатного. Сульфатный теплый. Но честно сказать, мне доломитный больше нравится. И теплый, и холодный. Сульфатный не очень. А моим близким понравился наоборот холодный сульфатный. Итак, приближаемся к большому мосту, который называется мост вздохов. Его тоже реконструировали. Сейчас посмотрим, в каком он состоянии. Не знаю, поднимемся или нет. Вставочку обязательно сделаю со старых фото, какой он был до этого. Мост проходит над центральными улицами. Вот так он выглядит сейчас в настоящее время. Полностью его реконструировали. Конечно, перила поменяли. Оригинальность его уже утрачена. Но тем не менее. Проходя под мостом, наткнулись на такой арт-объект. На такого попрошайку. Но мы ему ничего класть не будем, потому что
понятно, ему ничего не поможет уже. Мы двигаемся дальше. И вот мы возвращаемся с нашей такой длительной экскурсии, прогулки, опять-таки по центральной улице. Вон он, наш мостик. Вокзальная улица центральная. Подходим к железнодорожному вокзалу. Вот такие прекрасные здания, старые или старинные, как их лучше назвать. Мне кажется, старинные это будет более приемлемо для них. Здание курзала, то есть филармонии. Тоже прекраснейшее здание. Гора Крестовая перед вами. Административное здание железнодорожного вокзала. Считаю, что прогулка нам сегодня удалась. Посмотрели большую часть исторических объектов. Вот смотрите, вот здесь даже дверь осталась еще старая. Ее не меняли, даже ручка старая. Но, к сожалению, убрали ступеньки. Да. Конечно, такую дверь легко было выбить, да? Угу. Да. Если кому была интересна данная идея, можете также рассказать о своем городе, показать исторические интересные объекты. Здание Крузала построено было в 1895 году. Как об этом свидетельствует надпись на его фасаде. Но если кому интересно узнать, если кому-то интересно узнать еще о красивых и старинных местах городов. Городов пишите. Обязательно подготовлю репортаж. Даже на вокзале сохранились старые его навесы.